Всем привет! И вы смотрите афишу на городском телеканале ЮТВ, которую для вас проведу я, Екатерина Цорина. А поговорим мы сегодня о том, как же интересно провести предстоящую неделю. Оперного театра в Оренбурге нет и, к сожалению, в ближайшее время не предвидится. Но есть кое-что, что точно порадует любителей данного вида искусства. 19 января на широких экранах кинотеатра «Космос» состоится показ оперы «Снегурочка». Постановкой занимался режиссер Дмитрий Черняков. Это оперный режиссер, за плечами которого практически бесконечный список спектаклей. Он широко известен как новатор, что, впрочем, Дмитрий подтвердил, добавив много реализма в оперу «Снегурочка» и отойдя от привычной нам сказочной истории. Винсент Ван Гог относится к числу тех художников, чье имя знакомо каждому. Его работы «Звездная ночь», «Подсолнухи» и многие-многие другие давным-давно завоевали сердца почитателей искусства. Теперь для оренбуржцев его творчество станет чуть-чуть ближе благодаря тому, что 20 января в кинотеатре «Синема 5» в 7 часов вечера состоится показ фильма-выставки «Винсент Ван Гог. Новый взгляд». Вы не только познакомитесь с картинами мастера, но и узнаете, что же стало движущей силой его творчества. Фанаты комиксов ликуют. На экраны выходит фильм «Чудо-женщина» 1984. Сюжет сталкивает главную героиню Диану Принс в исполнении Галь Гадот с новыми злодеями. И мы, как всегда, с удовольствием понаблюдаем за этими битвами. Фильм, кстати говоря, выдвинут на Оскар. Посмотрим, улыбнется ли ему удача. Люди всего мира, я здесь, чтобы изменить вашу жизнь. Все, чего вы хотели и о чем мечтали, может осуществиться. Ты будто призрака увидела. Диана, ты совсем не изменилась, словно и дня не прошло. Едва увидев красавчика Тиля Швайгера в трейлере какого-либо фильма, толпы его фанаток тут же бегут в кинотеатры. В 2021 году на экраны выходит фильм с его участием «Небеса подождут». Однако теперь он играет роль не главного сердцееда, а отца героини, 16-летней Штефи. Девушка узнает, что она смертельно больна. Фильм режиссера Андрея Эркау, несмотря на грустную завязку сюжета, удивляет небанальным чувством юмора и неумолимой жаждой жизни. Если хочешь, чтобы в жизни все сложилось, нужно эту жизнь любить. Безоглядно. Не теряя ни секунды. Ведь в любой момент она может подойти к концу. Если это все правда, как долго? Возможно, до Рождества. Этого Рождества? Не знаю, буду ли я больше скучать, потому что мне нравилось. Или потому что не успела. На этом у меня все. Вы смотрели афишу на городском телеканале ЮТВ, которую для вас провела я, Екатерина Цорина. Смотрите только интересное кино, слушайте только хорошую музыку. И главное, побольше времени проводите с семьей и друзьями. Пока!